Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені, 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 мені. Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 сегіз қылы бір сұрлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені бүкіл кіші ал жақын туыс бауыр ағайын шын көңілім мен. Ну что ж, всем привет, дамы и господа, с вами Джинс. Это волос у меня во рту, блять, что? Здесь мы танцуем, приятно проводим время. Опять же, могу вам показать какой-то фирменный танец, почему бы и нет. Ну вот, допустим, танец робота. Боже, никогда в жизни не буду больше танцевать в этой игре. Гражданины, добрый день, ребята, все, кто 5 лет проживает в штате, за мной, пожалуйста. Здравствуйте, Светлана. Степашка. Ладно. Короче, быстро и кратко. С утра я, короче, у меня 2000 баксов, я решил поднять 10, чтобы не делал. В итоге пошел в казино, дошел до 10 000 и слил. После чего очень сильно сгорел, пошел продал тачку за полсуммы и 15 000, после чего слил. Потом пошел к другу, занял 12 000, снова слил. В итоге я в долгах на 52 000, все, я ушел. Степашка, не переживай. Главное, просто забей на казино, и ты сможешь отдать долги. Я не достоин жизни, я позже приду. Понял. Извините, а можно, собственно, почитать вам рэп за деньги? Мы читаем рэп за деньги, платите сколько вы хотите, рэп почти фристайл. Конечно, фристайл. Конечно. А подождите, вы вдвоем читаете? Это дуэт фристайл или нет? Это мертвые кости группа. Ага. Группа мертвые кости. Мой брат, вот, вот мой ага. брат стоит. Ага, подождите, он это вы оба читаете? Рэп. Или один читает, а другой там, например, битбоксит? Рэп читаю я, а другой иногда тоже поет, но сегодня у него голос, так я сказать, на гитаре нет. Играю, да. Ага, а можно вам задать тему, например, какую-то? А, нет, нельзя, у нас одна песня пока что есть, только альбом пишется, понимаете? Ага, так подождите, вы сказали, что это фристайл. Почти фристайл, почти. То есть это все-таки заготовленный текст. Ну хорошо, хорошо, давайте, давайте. Смотря с какой стороны посмотреть. Ну да, да, понятно, я готов. Нужно потанцовочку. Да, да, разомните там голосовые связки, как бы, пожалуйста. Я не делил пополам вату, не катал, вот что находил, когда-то мигом отдавал котам. Я помню, как я на картах ползал в подвал, помню... Остывала ко мне моя мадама, я во дворах пропадал. Не наркоман, только не волнуйся, маман. Еще успею подарить я песни тем берегам. Мои друзья самые лучшие, я похуже видал. У нас есть звуки гитар, к чему тяжелый металл. Если ты злобой проникся, явно ищешь не там. Низкий поклон всем продажным ментам. Если б не высказал давно, до встречи правам. Прощайте, мусье, в ответ аревуар. Дальние фары, парни что-то ищут в углах. Не по пути мне с ними, ехать нам не туда. И тут поставят на место всех, кто явно не прав. Но кулаки не сбиты, значит, сила в умах. В общем-то, как-то так. Отлично, отлично. Но это минимум $1000 стоит. Замечательный рэп, текста. Как бы, пожалуйста, ребята, вы заслужили. У меня батю звали Евгений Бучий. Сокращенно. Понимаю. Так, смотрите. Е. Бучий. Понял, понял. Хуенно водишь, старик. Хультиноши у них спаун. Ебать, Сергей Душенко просто. Душенко. Что он делает? Душит в чате, блядь, естественно. По. Помогите, блядь, шею защемило. Так, ну вот представим. Я иду просто в казино. Иду. И мне выпадает 8 раз подряд хуйня. Я такой, блядь, на, крупье, на. Добрый день. Добрый день. Извиняюсь. Мертвые кости снова с вами. Нас пригласили на концерт. Мы пришли в мэрию, с министром культуры встретились. Так. Сегодня будет концерт в 10 часов, пикник. В новостях обо всем скажут. Там, ага, ну, ага. А вы будете выступать с одной песней, я правильно понимаю? Нет, нас попросили написать еще парочку песен. Ага, и вот у вас, в принципе, 2 часа как бы достаточно, чтобы пару треков написать, я правильно понимаю? Да. Хорошо. Мы очень талантливые.
Понимаю, понимаю, ребят. Но креатив так и прет. Обязательно придем на пикник, естественно. Объявление будем ждать. Будем ждать, само собой. Душнота, блядь, надо сливни со стрима, если тебе душно. Пиздец, что за долбоебизм писать, что тебе душно? Вот я просто вижу, вижу чела, который сидит перед монитором, такой, блядь, как же душно, сука. Это GTA, блядь, как неинтересно, сука. Ну все равно буду смотреть, но буду душиться. Как же мне душно, блядь, как же мне душно. Но все равно я смотрю, потому что я долбоеб. Я долбоеб, я сижу, мне душно. Но мне нравится, как бы, душница. У меня 0 IQ, блядь. 0, 0, 0 point IQ. Я сижу, блядь, как же душно. Какой же хуёвый стрим, но я все равно его смотрю, потому что я долбоёб. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а за это забанить могут? Посмотрите, это же полуголая жопа. Так, стритрейсинг. Опа, о, я чуть не блеванул только что. Ебать. Нихуя себе, перестрелка? Вау. Они грабят, типа? Бля, они в меня стреляют? Я съебаюсь. От первого лица тоже коробка. GTA 5 тянет. Ну, на минималочках играю. Еле-еле. Подожди, Джорно Джованни посадил игрока Степашка Шевченко в тюрьму. Джорно Джованни, блядь. Степашку, ребят, посадили. Да за мной едут, господа офицеры. Фух, ебать, я обосрался. Фух. 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 Я думал, они из-за того, что я быстро еду, блядь. Опа, тихо, патрульная тачка. Так, ну что там со Степахой? Короче, он насиловал крупье. Насиловал в смысле? Ну, залез на стол и начал тут непотребство все вытворять. Я как бы аплодировал рядом, делал все. Ага, из-за насилия. А потом его угнали. То есть его просто за жалкое издевательство над крупье ни просто. Ни за что, ни за что. Ни вообще, за что. Так крупье, понимаю, он же вообще, блядь, не без души, как бы, если понять, правильно сказать. Вообще они, это демоны, эти крупье. Это, они да, побрали, да. Как, он как просто. А на сколько-то его посадили-то вообще? Да хер знает, я пока помню, меня видать по башке. Подожди, а какова? Он просто так решил изнасиловать крупье, типа, в чем? Он въебал все бабки, он 52 куска торчит. Бля, так это еще было давно, или он опять заново все въебал? Блин, он лудоман, походу, надо выручать. Вот, вот приехал только что, он там, короче. По его этим. Он, короче, наванговал, я поставил, выиграл. Он такой, ну ща я, короче, тоже отыграюсь. Ну и все, пиздец. Бля, у пацанчика-то явно проблемы, надо это, не давать ему денег. Я же ему 10 тысяч одолжил, он все проиграл, блядь. Ну ладно, я понял тебя, ладно. Мы спасем Степашку, бля. Мы будем его держать просто в особняке, в комнате какой-то, и не будем его выпускать, ебать, чтобы он деньги не тратил. Нихуя, с мешком, смотри, ему просто похуй. Бля, вот мне друзья из реальной жизни пишут, типа, сегодня на великах катались, типа, жалко, что тебя не было. Надо скинуть видос, я мешки таскаю в GTA, блядь, и показать, что такое настоящая жизнь, нахуй. Я мешки носил, жалко, что вас не было, блядь. Где Степашка, ребят? Степашка изнасиловал крупье, его в тюрьму посадили, блядь. Как он это вообще сделал, блядь? Через МИ? Насунул пальчик в попу, ёпта. Ебать. Нормально? Нормально. Тупец похож на чувака, который мне предлагал за деньги с ним поебаться, если что, в РЛФК. И как оно было, Ярик? Нормально? Добрый день. Добрый. Советую вам играть в этом казино. Почему? Проиграл последнюю футболку. А как так-то? Надо же не азартно играть. Надо это, не на последние деньги. Ну, так получилось. На чем? Стратегия была какая-то или просто ставил? Нет, не было стратегии. А на чё ставил? То на красное, то на черное. Повезло просто. Эх, жизнь она непроста. А сколько у тебя всего-то денег было? Немного. Целый день пахал на стройке, всё здесь проиграл. Понимаю, понимаю. Крупье ни в коем случае нельзя насиловать, это запрещено, как бы. Сейчас, чтобы меня никто не от... Блядь! Нет! Я
добыча. Какой же я еблан, блять. Почему я забываю постоянно об этом, сука? Ёбаный рот, блять, этого казино. Ну ты черт, в вайтлисте. Бля, так ору, когда у челика горит, что я в вайтлисте, блядь. По-вашему, я должен ждать в очереди 4 часа, блядь, чтобы на стриме играть, как бы, ну это же странно. Ну черт, вайтлисте. Фу, блядь, тебе еще деньги дали, ну ты гнида, блядь. Фу! По-моему, я на монитор свой плюнул. Чертила, блядь, в вайтлисте, как же я тебя ненавижу, сука. Бабочка идет делать бабочки. Ясно, блядь, пацан 10 фишек пошел купить. Первая ставка 30 на 1.12. Я на какой-то ивен поставил. Что такое ивен? 30 фишек на 1.12, поехали. Если 8 раз подряд я проебу, значит схема не работает. 19. Так, еще раз 30 в итоге. На 1.12 получается, да? Ну давайте на 2.12, хорошо. Типа получается на 1.12 там как-то странно. Типа на 1.12 нужно ставить, если... Если 1.12 уже выпало, короче. Вот. Ставишь на 2.12, да-да-да. 8, выпало 1.12. Понимаю! 40 на 3.12, допустим. Пока что я сосу. 12. Я скоро буду насиловать крупье, чат. Так, 55. 55 на 1.12. В итоге уже 4 раза мы проебали. Если мы еще... 3 раза мы проебали. Если мы проебаем еще 5 раз, то я ухожу с казино. 18 выпало. Я понял. 85 на 2.12, ребят. Пососал член, блядь. Но нам стоит всего один раз выиграть, и мы отобьемся, понимаете? Нам стоит всего раз выиграть. 26. Это 2? Нет, это не 2, блядь. Так, 125 теперь на 3.12. Если бы ты ставил всегда на 1.12, ты бы уже 2 раза бы выиграл. Ну почему не 35? Ебанутая ты, сука! 185 ставлю. 185 на 1.12. Я ни разу не выиграл! Ни разу! Ни разу! Шанс 33%, ебаная ты, сука! Степашка, блядь, не зря тебя насиловал, Швалидзе! 4! Я отбил все! Тридцатка на 1.12. Все, работаем. Все, мы в нуле пока что. Нормально, нормально. Так, двадцатка, да? А если ставить только на 1.12? Какая нахуй разница? Буду ставить только на 1.12. 6, ебать, сюда. Сюда? Нет, сюда! Нет, сюда! Нет, сюда! Я в плюсе! Подожди-ка, сучка! Так, теперь на 2.12 давайте ролить. Я в плюсе, сучка. Я в плюсе, сучка. Я в плюсе, сучка. Ну, я в нуле, да, ладно, окей, я в нуле. 28, не повезло. Ставим дальше на 2.12, тридцатку. Так, 3.12 выпало. Получается 26, теперь я ставлю 40. 40 на 2.12. Вот, смотри, сейчас выпало, я опять, я уже на 60 фишек в плюсе. Это 6000, блядь. Ребят, все работает. Так, вот, 3.12, мне выпало. В итоге... Выпало же или нет? Да, выпало. В итоге у меня уже 1120. Начинал я с косаря. Так, ну 30 на 1.12, поехали. 0 выпало, блядь, кек. Так, теперь еще раз 30. Еще раз 30. На 1.12. Ты, я уже поднял 15 тысяч чистыми, 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 чистыми. Шарик у меня в попе сейчас. Вот так вот. Бля, пацаны не оценили что-то. Вы потом что ставите? Пацаны, дайте в долг отыграть. Степашка, ты заебал, блядь, иди рыбу лови, сука. 400. Ненавижу казино, иди сюда, крупье. Глаштавить, давай, говори. Давай, говори, куда ставить, понял? Говори. Ставь на 5 красное, брат, выиграешь. 5 красное, только важно все ставить. Ну, все деньги, что у тебя есть. Короче, поставил на 5 красное пятерочку. Пятерочка? Серьезно? Нет, пятерочку не надо было. Надо было все ставить, брать. А выпало сколько? Сейчас выпадет 22. Отвечаешь? Нет, но вероятно, как бы. За что Мавина булит? Да это не Мавин, вы чё? Мавина я узнал бы, он бы сказал бы здоров Джагитер, блядь, по-любому. Так, я уже выиграл 28 тысяч. 28 тысяч уже я выиграл. Ну реально это работает, это, ну работает, пацаны, работает. Бля, типа работает. Плюс 30 тысяч, плюс 30 тысяч. Ебать.
Оно работает, лол. Вижу. Оно работает! Пожалуйста. Блять, а какое красное, нахуй, алло! Пизду, блять, все на 0, нахуй. На 2-0, сэр. Бля, давай 36, давай, давай! Ёбаный рот этого казино, блять. Сука, целыми днями рыбачу, нахуй. Прихожу, проёбываю, нахуй, каждую копейку, блять. О, 33! Сюда! 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 Хотел... Все как Степашка, надо. Бля, Степашка, легенда сервера, ребят. Лудоман, насильник, блядь. Пашка, что с тобой случилось? Он ни с кем не разговаривает, он замкнулся в себе, у него посттравматический какой-то этот, он уже не может, он лудоман, он проебал все просто. А все, если сейчас не выпадет, то у меня уже нет 600 поставить. Ну, по на ГГ, ну, походу, походу. Уууу! Пам-парам! Пам-парам! Камон! С возвращением, блядь, с возвращением. Здравствуйте, здравствуйте, блядь. Сюда! Сюда! Но это было опасно. Это было опасно. Это было опасно, ребята. Минус все равно ушел. Бля, меня так взбесил этот чувак только что. Ну какой минус? Я пришел с 1000, блядь. Какой минус, нахуй? Ну почему не 8, блядь? Бля, казино какой-то агрессивно меня делает, если честно. Камбэк будет или нет, интересно? Ёбаный рот этого казино, блядь. Не-не-нету, все, пацаны. Все, все, денег нет, блядь, 270 на зеро, поебать. Даже не играешь, что ты пиздишь. Ну да, да. Ну короче, здесь нужно не в 2х умножаться, ну видите, типа, такое может быть. Все, ребят, все. Минус 100к, блядь. Легко ушло, легко пришло, как бы понимаю. Будет нормально. Да, блядь, у меня какие-то моли в голове, сука! Сейчас, ребят, я бычар выдам пацанам. Фух, бля, фух. А, блядь! Бля, у меня какие-то мурашки, блядь, в голове, что это? Так, ладно, разберетесь там сами, ребят, я лечу на концерт. Бля, ладно, похуй, сократим. По-моему, это была плохая идея. Ожидаю выступления моего рэпера любимого. Так. Бля, никогда бы не думал, что я в GTA буду собираться на концерт Артстонского, блядь. Па-пара-па-пара. Сибирска, вот так похуй, боже. А, на лужайке около мэрии в 22:20. Ребят, все, уходим отсюда. Концерт на лужайке проходит. Так, ребят, проведите до лужайки, блядь. Я не знаю, где она. А, прошу прощения, гражданин, не подскажете, пожалуйста, где конкретно лужайка, на которой концерт будет происходить? Да, конечно, вот в эту дверь. Находимся. Вот в эту вот дверь, среднюю, да? Похуй. Бля, да в смысле? Ну чё, блядь? Чё за хуйня? Эй, мы слишком близко, не могли бы вы на другой стул сесть, пожалуйста? Как бы 1.5 метра. Отойди, пожалуйста, на мое место, спасибо. Захар щемит пацанов, говорит. Отойди, это мое место, блядь. А как, блин, у меня анимация не заплатила. Опаньки, сел на ножки других ног, блядь. Ну и что? Красава. Приятно. Неплохо, тепло. Так, чуваки из концерта, идите к лужайке у главного входа. Ребят, поднимаемся. Концерт все-таки на лужайке в итоге, блядь. Да, что за байтеры? Я тут садился. На самом деле, здесь концерт в том, чтобы мы как крысы бегали туда-сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Защемили какого-то школьника. Ой-ой-ой! Так а где лужайка, это ёбаный рот, блядь? О-о-о, вот, вот, легенда андеграунда, это он! Куда, куда, куда? Поприветствую его! О господи, это же группа Dead Bones, ву-ху! Мы готовы. Кирюша бледный? Кирюша бледный, блядь. Блядь, Джин, стоя, схема вообще не рабочая, блядь, лучше бы ты себе поел на самом деле. Чё, какая схема? Ты о чём? В казиноче. Так, блядь, я же ней тоже проебал. Ты зачем ее пробовал-то? Я верил себе, брат. Добрый день, всем привет, всем спасибо, кто пришел сегодня на концерт. Он посвящается всем нам, кто на улице живет, кто бродит по улицам, кто дышит этим воздухом, свежим, настоящим. Итак, первая песня называется «Районская». Все вы наверняка ее знаете, это мой главный хит. К сожалению, моего коллеги сегодня нет, но
Давайте начнем наш сегодняшний рэп. Я не делил пополам вату, не катал, и все, что находил, когда-то мигом отдавал котам. Я помню, как я на котах ползал в подвал. Помню, остывало ко мне. Поддерживаем, поддерживаем! Пропадал. Не наркоман, да не орите, блядь, не мешайте ему. Еще успею подарить песню тем друзьям. Мои друзья самые лучшие, я похуже видал. У нас есть звуки гитары, к чему тяжелые металлы. Если ты злобой проникся, явно ищешь не там. Низкий поклон всем продажным ментам. Если б не высказал давно, до встречи про вам. Прощайте, не те. В ответ аревуар, дальние фары, парни, что вот ищут в углах. Не по пути мне с ними, ехать нам и туда. Поставят на место всех, кто явно не прав. Но кулаки не сбиты, значит сила в умах. И все равно с кем мы были вместе. Птицы поют районские песни. Так интересней, брат. Пиво в руке и сигаретка в зубах. И так, все равно с кем мы будем вместе. Птицы поют районские песни. Так интересней, брат. Пиво в руке и сигаретка в зубах. Тут не прокатит табы как. Лупят мазафак. Маму надо уважать. Ни за что, просто так. За что в детстве я ходил в сапогах. За что вместо кресла Дед Мороз мне подарил самокат. Что у тебя там самогон в руках. Самокрутка и жизнь самото. Самая клевая куртка. Тут на баяне парни фигачат без слуха. И на районе Сёма самый надежный борцуха. Бицуха, да не мешайте, блядь, чё вы орёте? Дайте когда он допоёт. Промок, хотя на бля, улице сухо. Спасибо тем, кто в дом не заходит без стука. Марин пришел ему. Нарежем без звука. Тут есть о чем поговорить со всеми. А ночью ждет она в теплой постели. И все равно с кем мы будем вместе. Птицы поют районские песни. Так интересней, брат. Пиво в руке и сигаретка в зубах. И все равно с кем мы будем вместе. Птицы поют районские песни. Так интересней, брат. Пиво в руке и сигаретка в зубах. Эй, йоу, все. Это был фристайл. Поддержим, красавчик. Гений. Будет второй трек лирический про то, как нам делать. Давай, наваливай, наваливай. Брат. Пита, пусть ищут, где хотят они. Для них были одиноки, не хотят они. Им плевать на мир, а мы надели ему шарфик и шапку. И подальше припрятали. И пусть горят камин, хватит тепла двоим. На улице метели, белый как кокаин. Мой враг внутри меня, его я победил. Поставил памятник, он хотел ранить их. Но я не дал ему, он эту зря игру. Хотел устроить бунт, в ответ кинул табу. Пошла лирика, ебать. Все вокруг, но в этой комнате кричал зеркалу. Просто такой зиккурат, он будет выше неба. Любой дурак еще, в таких вышках не было, где-то в глубине без дуновения ветра. Мы будем думать о тишине там. И небо пройдет сквозь наши глаза. Вокал пошел. Оставив там след и твоих целей, густая лоза встречает рассвет. И небо пройдет сквозь наши глаза, оставив там след и твоих целей. Густая лоза встречает рассвет. Я не такой, как ты. Я в темноте нашел сувениры бриллиантовой комнаты. В глаза летела пыль, но я с улыбкой встретил. Теперь моя звезда ярче всех на свете. И море я не капитан далеко, но побываю на всех островах. Далеко пострадал, как и все, но все раны зашила на месте. Сев, приду миллиарды вершин. Миллиарды вершин. Но какая моя я решила. Тяжелый трек. Вот как стану сильным, большим, дам сыну имя такое, чтобы он тоже жил. Йоу. Это был второй трек. Всем спасибо. Расходимся. Не расходимся, парни. Получается, концерт уже закончился. Респект всем пацанам с Джерони. Опа, опа, респект всем пацанам с Джерони. Кто не против? Послушаем? Так, не. Я против музыки, ребят, сори. Блять, блять, как выйти отсюда? Все, до свидания, ребят. Закончились треки, блять. Все, все, все. Чтобы как бы семейные дела с концертами. Вылазь с машины, сейчас мочку набьете, давай, выходи, слышишь? А ну-ка, блядь, ты чё, сука, нельзя его трогать, блядь, это свой брат, как бы, убивают за такое. Извиняйся. Ребят, быковать здесь не получится, как бы, здесь слишком... В смысле быковать, ты видел, как он завернул, мне взял по пяточке чисто...
Приканул, я упал. Ничего страшного. Занесло меня, ну занесло. Я литр крови за тебя потерял, извиняйся, давай. Все хорошо. Я сбил, я прокинулся, и ты меня уронил, давай. Это аномалия у тебя была. Так, слушай, никто извиняться не будет, блядь. Иди отсюда, или будет избиение массовое, нахуй. Все, так, я набираю номерок. Давай, давай, давай. Сейчас будем быковать, сейчас. Давай, давай. Набираем полицию. Так, нет, я зову. Я бесово, я главный зову. Вперед, вперед. Ебать, а вот и разборки, ёпта. Так, я предлагаю, короче, сейчас быстренько решить данный конфликт, потому что меня мама позвала кушать. Я понимаю, но, братишка, конфликт решается только в одну сторону. Или ты уходишь отсюда, никто извиняться не будет, пойми. Здесь серьезные люди, блядь. Ну есть такое, есть. Лучше не связываться. Парня, может, вокруг тебя серьезные люди. Сейчас, получается, вот этот вот в клетке, это у вас серьезный человек. Конечно, конечно. Не до конца, ну да, да, правильно. Ага, то есть этому серьезному человеку позволено по пяткам бить обычным гражданином, то есть колени, да, вот это чисто опрокидывает меня, да? Ну я так, смотрю слушай, на твои колени. Смотрю на твои колени, нет, я не вижу на них я смотрю крови. На твои колени и смотрю, они протерты, я смотрю, ты в организации не просто так находишься, да, выходит? Не знаю, что у тебя за аномалия, но как минимум я не вижу у себя протертых колен, накормить тебя крови. Братишка, извиняться никто не будет, как слушай, бы. Пойми это просто. С такими разговорами скоро нам не понадобится наживка, а мы будем использовать свои внутри. Так, да мама, быстрее, уже слишком сильно надо поесть, я так понимаю. Конечно, борщ. Вперед. С мамой лучше не шутить, как бы. Лосося принесешь, и мы замнем этот вопрос, как бы. Десяточку, и все нормально. Я понял, как работает. Конечно. В одну сторону, да? В одну сторону, только так. Ну я себе. Чердаки прикалял. Вот такая вот рыночная экономика, да. Вот такая вот. 50 лосося, и мы забываем эту историю, да. До свадьбы с Денисом. Всему свое время, как бы. Братан, богатый, дай денег. Ясно, Мавин. Пограбить. И мне нужно, чтобы сделали... Уважаемые зрители и подписчики моего канала. Что, блядь? И с вами я, Димон. Сегодня будни инкассатора у нас, снимаю влог. Так, как успехи? А успехи замечательно. Вот снимаю влог на свой канал будни инкассатора. А что, стекло бронированное у тебя? Ну, можешь проверить, в принципе. А ну-ка. Давай, шмальни, братишка. Давай. Ай, больно! Ну ты сам просил, бля. Я не понял. Тебе нужен мотоцелон, блин. Значит, влог, ребята. На меня нападают. В прямом эфире. Ясно, скандал, ебать. Так ты сам разрешил стрельнуть, братишка. В чем проблема-то? Доказательства. Так она настроит свидетелей против одного. То есть вы еще втроем на одного, да? Получается так. Все, пока и удачи вам, ребят. Всего хорошего.